Кишиневское детство удалое. Твоё стиль — это просто душевные песни. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить, как записку из прошлого, грусть свою скомкал. Этим прошлым не прочь. Этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось, или о том, что случится, не может уже, лишь бы озеро вашей души не мутилось, до надежды, как птицы, парили в душе. До надежды, как птицы, парили в душе. Кира, ты еще здесь. Ты просто одеваешься. Кто там в гении выбился, ну а кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось. Не досталось тебе. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Неужели вы или рано ушли? Кто-то пусть гениально играет на флейте, но ведь песни берет он души. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Потерянных дней, не сгоревшей любви, пусть другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы, но еще гениальнее слушали вы.
мужчин. Александр Стукалов, арт-директор сети кофеен Кофе Хаус. А в отдыхе. Все зависит. 5-1, 5-1, 5-1, 5-1. Лево, вправо, вправо. Пустой, просто. Все. Еще бы позорок. Это ничего не делает. И не обязательно кто не считает. Все не так вот. Это может даже быть отдых. И некоторые вещи планируют. Например, я сейчас есть правый день, который я хочу продлить жизнь. Это не связано с развитием профессии с кофе. То есть сделать тут кофейное путешествие. Может, в том же Петербурге есть музей кофе, есть в Вене, есть в Праге. Вот даже в те же вот Ясы. Тут город красиво рядышком, там есть кофейня, где я прямо до сих пор купили кофе. Вот если я сейчас собираюсь, то поехать, то есть таким образом поехать, сделать там вот эту фотошку, ну, там, то есть совместить вот с кофе. Сейчас собираюсь ехать в Львов на фестиваль кофе. Вопрос в том, что если мы, предположим, являемся партнерами театрального фестиваля, вот мы были на театральном фестивале, когда был в оркестром, естественно, нас питов спектакль не посмотрел это раз. Когда был в Ульбриче, 75 лет через международный фестиваль Кубы. Так, по 25 бросков каждый. Через 5 бросков меняется. Любые броски. Но... И просто брать, и право, и лево. То есть, в принципе... Я 5-5-5-5-5. Ну, выставки, какие штуки общаются. Да, сейчас. Низкий партер, сядь. Низкий партер. Второй опыт, второй. Ты его превращаешь на лопатки. С низкого партера он сопротивляется, ты его на лопатки ловишь. Три раза один, три раза другой. Вперед. Один низкий партер, другой превращаешь на спину, на удержание. Отпустить и меняетесь. Три один, три другой. Не понял, Серега? Положи его на лопатку, когда он встал низко парк, ты его как хочешь на лопатке ложи. И делай удержание. Теперь ты в парк, а он... Да, он упирается. Не давай себя положить. Сопротивление идет. Хаживай, работаем. Три один раза, три другое.
Сопротивление, давай себя положить. Да, сейчас закончили. Один становится в партере. Второй — любые приемы, отработка, работа в партере. 3 минуты, один отрабатывает перевороты, броски, что вы можете делать. 3 минуты другой, потом 5 минут в партере боретесь. Работаем. 3 минуты, один отрабатывает, 3 минуты другой отрабатывает. Любые приемы, которые вы знаете в партере.